Привет, дорогие ребята, девчата. Быстренький обзорчик на добровольно-принудительном ивенте, что я помогаю проводить немного совсем, только компьютерную установку и там парочку слайдов. Раньше я такую штуку заводил с другим чуваком. Вот. Ну а сейчас уже нанимается компания. Очень интересно, сейчас еще разочек я вам сделаю сити, да, город. Мы это проводим совместно с фондом поддержки, ну, против рака молочной груди. Кадиллак спонсор, но там еще очень много. Но это самое основное, которое вы видите, эти тачки. Тачки я сделаю попозже чуть-чуть. Скоро уже народ запустит, будет crazy, конечно же. Так, ладненько. Помогает нам компания Prestige. Вот там ребята сидят. Звук, свет, видео. А сам процесс на экранах, ну и основное дирижирование идет за этой ширмой. Там сидит парень, а я приведу нашего презентера сюда вот скоро. Вот эти вещи все выставляют на аукционы. Ну, разные, видите, классные туфли, потом ювелирочка разная, картина вот, и так далее. Обзорчик вам, ребятки и девчатки, на Кадиллак. Прям здесь эмблема. Фу. Такой 3.6 XT5. Ну-ка, что тут есть? Нормально. Ух, какой почти весь открывается, в смысле стекло. Класс. Рулёк нормалёк. Рулёк нормалёк. Неплохо, неплохо. Так, седанчик. Гораздо меньше высота окон, я смотрю, даже по сравнению с моей тачкой. Темный салон. Это классно. Тоже такой большой люк. Как он правильно называется? Рулёк. Намалёк. Не, неплохо, неплохо. Ну, слава богу, все прошло спокойно. Самый напряг был, чтобы все работало, и аппаратура, и эти ребятки. Все под контролем. Отлично. Халявный обед, сладости, небольшие сувениры. Понюхал хороший парфюм. А вам всего хорошего и наилучшего. До свидания.